Горошек. Пшеночка. Двух любимых, трех подстильников. Вот они тоже. Что-то поломка, что ли, есть? Вот. Давай рубить, оформляй на себя. Смотрите, какая густерка попалась, такая вот красавица. А сейчас нету. Я говорю, вчера. Ну что-то две трубы и сетка, блядь. Так, попробую на какие-то донки поставить опарыша на крючки. Потому что на горох что-то пока поклевок нету. Посмотрим, может, на опарыша будет клевать. Ну, опарыш-то будет клевать по-любому. Только мелкая рыба. Может, что-то хорошее попадется, тоже бывает иногда. Посмотрим сейчас. Надо пробовать разные насадки. Червей в магазине не было. Только опарыши были. Поэтому только опарика попробую сегодня. Потом, может, когда появится этот червячки, на них тоже попробуем. Так.
парики здесь. Ну что, первый пошел. Вот так вот пучком насажу их. Вот так вот пучком прям. Так, надо этот крючок вот так вот в пружину, в кашу притопить, чтобы он при полете не запутался. Вот так вот. А там он от удара в воду отклеится. Если не отклеится, то ничего страшного. Рыба его будет высасывать из пружинки. Так, ну что, давай. Сильно далеко не буду забрасывать, потому что рыба возле берега, по идее, должна крутиться. Вода возле берега быстрее прогревается. Вот так вот недалекий заброс. Пусть стоит. С помощью малявочника удалось поймать несколько карасиков маленьких. Сейчас хочу попробовать одну снасть сделать на хищника донную. Потому что в этих местах, где я рыбачу, и щука есть, и окунь. Даже сомики иногда попадаются, говорят. Я сам не ловил, правда, сомиков. Так, посмотрим. В общем, а, здесь я ошибку сделал. Так, стопорок. Раньше одел, чем нужно. Сначала вот грузило вот такое вот одену. Скользящий будет получается. Потом стопорок, чтобы узел не разбивало. Так. Здесь петельку сделаю сейчас. Вот получается грузило скользящее, стопорок придерживает. Стопорит грузило. Так, здесь петельку обычно. Вот так вот. Все. То, что не нужно, лишнее откусил. Сюда одеваю поводок сейчас. Металлический, с вертлюжком. Чтобы хищник, если попадется, чтобы леску не откусил. Вот так вот. Все, и сюда на застежку крючок вот такой вот. Ну, такой вот нормальный, он не особо большой, потому что, возможно, окунь будет здесь клевать. Вот такой крючочек. С таким попробую, если что, потом крючок поменять можно. Так, а на живца у меня... Здесь вот такие карасики, сейчас я вам покажу. Маленькие-маленькие карасиков я наловил с помощью малявочника. Так, такие малыши прям, вот такие вот, вот мелкие. Вот смотрите, вот такой мелкий карасик. И его вот так как-то за хвостик сейчас насажу. Вот так. Можно за спинку, наверное, вот сюда, вот посерединке. Вот. И все, вот он будет на крючке, вот так у меня. Активный такой. Сейчас заброшу, колокольчик поставлю, посмотрим.
очень хорошая погода, теплая, плюс 18 градусов примерно. Я еще в таком месте сижу, где ветра нету, и очень-очень тепло. Но клёва нет пока, тишина вообще. Как видели сами, попробовал, помимо того, что я горох поставил, поставил и пару опариков, ну, пару донок с опаршем, еще одну донку поставил с живцом. Посидим, в общем, посмотрим, подождем. Что-то какие-то подергивания есть на донку, которая с живцом, с карасиком, с маленьким. Что-то подергалось. Перестало. Надо подсечь, вытащить, посмотреть, может, рыба какая-то села. Нет, карасик на месте. Сам карасик дергается, наверное. Да, карасик живой, на месте, нетронутый. Следов нет, никаких атаки. Так, ладно, переброшу, пусть стоит. А может, рак дергает даже. Здесь же раки тоже есть. Так, вот эта донка подергивается что-то время от времени. Такое ощущение, там как будто рыба сидит. Сейчас вытащу, проверю, посмотрим, что там. Да, зацепилась. Там другая клюет. Так. Здесь нету ничего вроде. Да, здесь на опарыше нету ничего. Там вот на горох есть поклевка. Сейчас посмотрим. Вот здесь вот. Да, вот здесь вот что-то дергается. Здесь на горох. Посмотрим. Пока непонятно. А, что-то есть. Что-то дергается. А, вот, плотвичка хорошая попалась. На горох. На опарыша не попалась, на горох попалась. Смотрите, какая плотвичка. Хорошенькая такая. Вот. Прям видно за нижнюю челюсть прям. Кстати, хорошего размера такая. Смотрите, какая. Крупненькая. Есть. Отлично. Тихо, тихо. Предпочла горох. Я думал, на опарыша будет клевать, а она на горох все равно клюет. Горох ей больше нравится, видимо. Ну, он сильнее пахнет, конечно, чем опарыш. Но этот... Вода мутная, она, скорее всего, по запаху ориентируется. Так, ладно, ждем следующую поклевку. Так, здесь что-то
вот эту донгу подергивала. Сейчас посмотрим. Может, рыба какая-то сидит. Рыба очень вяло клюет. Даже непонятно то, что там рыба есть или нет. Здесь вот на опарик у меня стояла снасть. Нет, здесь нету. Крючок пустой, съела. Опустошила крючок от опарыша. Так, ладно, сейчас перенасажу. Попробую тоже. У меня еще немного перловки есть. Можно с перловкой еще попробовать. Бутерброд сделать. Еще вот здесь вот звенит. Надо будет тоже проверить. Здесь на опарик стоит донка. Сейчас эту перекину. Эту донку поставлю на перловку полностью. Посмотрим. Может, на перловку тоже будет клевать. Но поклевочки есть уже, хорошо. Так, вот одел несколько перловок на крючок. Сейчас эту донку закину и другую проверим, там, которая звенела. Так, давай, Посейдон. Насади нам на крючок большую рыбу. Ага. Так, эту закинул. Расслабляю на всякий случай фрикцион, чтобы крупняк какой-нибудь не утащил. Хотя сейчас силы нету у рыбы. Навряд ли утащит, но бережен. Но Бог бережет, как говорится. Лучше расслабить. Так, надо вот это вытащить, проверить. Что-то здесь звенело. Ох, там что-то есть вроде. Что-то вроде там есть. На опарика что-то попалось. Ага. Забагрилась там. Платвичка за брюхо прям. Я думал, там что-то хорошее, она боком идет вертолетом. Вот смотрите, как забагрилась. За брюхо. Пришла покушать опарика с кашей и попалась. Так, ну ладно, сейчас перекинем. Рыба есть, ходит. Вот такая платвичка некрупная. Карасик пока спит еще, походу, дела. Пока нету. Так, здесь что-то подергивает. Не знаю, что-то. Может, рыба какая-то сидит. Надо достать, проверить, посмотреть, что там попалось.
что-то водит в разные стороны. Что там попалось-то? А. Рак попался. Рак попался? Да. Вот рак на крючок. Такой вот рачок. Даже рак попадается. Так вот. Рачок. Посейдон удивляет. Что только на крючок не посадит. Друзья, рыбалка подошла к концу. Сегодня слабый клев был. Но еще вода холодная. Только-только лед оттаял. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся на следующей рыбалке, в следующем видео. Поехал домой отдыхать. Темнеет уже вон. Солнце зашло. Сегодня допоздна сидел. Но поклевки не дождался. Ну ладно, ничего страшного. В другой день приеду. В другой день будут поклевочки.